С 18 на 19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Также в муниципалитете пройдут купания. На территории округа определены 9 мест, где можно будет совершить омовение. 3 из них на территории храмов, 6 на открытых водоемах. Наша съемочная группа посетила Иордань на реке Людовна в районе парка отеля «Орловский». Она оборудована сходнями, мостками с перилами, антискользящими ковриками, палатками для обогрева и переодевания. Ожидается, что в эту ночь сюда придут около 1000 человек. Обязательно будет горячий чай, будут горячие фирменные пирожки. Молоковская земля всегда славится этим. Все ждем вот этой, их может быть, хорошей зимы, хорошей пушистой погоды. Ну и благословение. Здесь и в других местах для купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медики Видновской клинической больницы и волонтеры. У нас службу проводит отец Дмитрий Березин, настоятель Молоковского храма. Служба завтра начнется у нас в 10 часов вечера, в 22:00. Он проводит здесь вот службу, сам кунается, и за ним все православные. Чтобы не допустить купаний в несанкционированных местах, в крещенские праздники сотрудниками полиции и МЧС будет организовано патрулирование водоемов.